Итак, добрый день. Я рада всех приветствовать. У нас сегодня, точнее у всех сегодня пятница, а у нас вебинар. Сегодня мы продолжаем осеннюю серию вебинаров. Конечно, по России активно уже движется зима. Во многих городах выпал снег, достаточно холодно. Но, тем не менее, серия вебинаров называется осенней, потому что ноябрь все-таки считается осенним месяцем. И мы именно по названию месяца, по отношению его и назвали нашу серию вебинаров. Меня зовут Юлия Нацкевич, я директор центра SNAIL. И центр SNAIL, начиная с 2015 года, проводит вебинары для педагогов по всем направлениям, интересным темам. Мы приглашаем спикеров, которыми мы готовы поделиться с вами. И все вебинары всегда размещаются на нашем сайте в разделе «Педагогу», «Вебинары». Вы можете совершенно бесплатно познакомиться с любым вебинаром за все эти годы. Там же размещены презентации спикеров. В начале вебинара мы обычно знакомимся, так что давайте представимся. Расскажите, пожалуйста, в чате, из какого вы города, какое отношение вы имеете к образованию, кто вы, учитель, какого предмета, воспитатель, может быть, библиотекарь, методист. Я из города Омск. Центр SNAIL вообще географически находится именно в городе Омск. У нас еще не совсем зима, такая предзимье, если можно такое слово употребить. Я по образованию учитель математики и информатики. И, конечно же, дистанционное обучение, как тема сегодняшнего вебинара, для меня тоже очень важна и интересна, потому что технология, которая сегодня, ну, все говорят, и она так и есть, шагает по стране. Да, всем добрый день. Напишите, пожалуйста, в чате, из какого вы города и какое отношение вы имеете к образованию, чтобы вы могли познакомиться друг с другом, понять, кто к нам сегодня пришел. Ольга Шемякина, добрый день, очень вам рады. Томская область, село Каргасок, учитель начальных классов. Я вам очень рада. Надеюсь, я правильно сделала ударение в названии вашего села. Здравствуйте. Кто еще к нам пришел? Ольга Керш, учитель географии город Омск. Очень приятно, что Омск вместе с нами. Конечно, приятно и за Томск, потому что сегодняшняя ведущая вебинара Юлия Олеговна, она как раз из Томской области. И поэтому приятно видеть тех, кто пришел из этого же региона особенно. Вадим Новиков, здравствуйте, очень рады. Москва, педагог-библиотекарь, отлично. Смотрите, какая у нас уже и география: Москва, Омск, Томская область. И также с точки зрения образования, библиотека, библиотекарь, географ, учитель начальных классов. Лариса, здравствуйте, Архангельск, преподаватель вуза. Мы очень вам рады и признательны, что вы к нам пришли. Я понимаю, что вузы впереди планеты всей, у вас уже дистанционное обучение началось. И, конечно же, приятно, что вы решили узнать, как же это происходит в школе, до того, как студенты придут к вам. И вот у Юлии Олеговны сегодня наш спикер, тема как раз из опыта дистанционного обучения, как не стать говорящей головой. Очень важная проблема, но я знаю, что Юлия Олеговна будет не только об этом рассказывать, но и о своем опыте, как же был организовано дистанционное обучение, когда она физически находилась в одном месте, а ее детки были совершенно в другом поселке, и было организовано обучение. Я думаю, что вы зададите много вопросов. Здесь не только с тем, какой контент, как она его давала, как проверяла, ставила оценочки, но и то, как это было организовано с точки зрения административной. Потому что, ну, опыт редкий, скажем так, и явно он может быть тиражирован, особенно в направлении иностранного языка, потому что иностранный язык сейчас активно вводится и второй, а тут с первым не всегда в селах есть педагог. И это один из вариантов дистанционного обучения. Добрый день, Анна. Красноярск, воспитатель. Спасибо, мы очень рады. Итак, у нас постепенно подошло время старта вебинара. Мы работаем с вами час. В конце вебинара я выйду еще раз и отвечу на все технические вопросы. Поэтому вопросы про то, как скачать презентацию, где посмотреть сам вебинар потом в записи, как заказать свидетельство, мы нашему дорогому спикеру не задаем. Она не знает этих ответов. Вот она у вас появилась, очень рада. Из класса прямо начинает.
Отлично. У нас прямо такая образовательная обстановочка. Юлия Олеговна, Юлианова Юлия Олеговна, учитель английского языка, Балпашева, Томская область. И тема нашего сегодняшнего вебинара – из опыта дистанционного обучения. Как же не стать той говорящей головой, за которой мы очень боимся. Голова нам нравится, но то, что она говорящая, обычно вызывает много споров. Итак, я вас оставляю, мы начинаем нашу работу. Спасибо, спасибо, Юля. Добрый день, коллеги. Я очень надеюсь, что сегодня мы с вами очень плодотворно побеседуем, и я действительно отвечу на те вопросы, которые перед вами возникают, если вы каким-то образом причастны к дистанционному обучению. Скажите, пожалуйста, меня слышно хорошо? Нужно как-то громче говорить, может быть, наоборот, тише? Уровень отлично, замечательно. Спасибо. Итак, коллеги, действительно, я таким несерьезным образом назвала тему своего разговора из опыта дистанционного обучения «Как не стать говорящей головой». Наверное, как раз потому, что эта проблема меня волновала больше всего. Я учитель английского языка из маленькой школы, город Колпашево, это север Томской области. Я привыкла к очень активным, к интерактивным формам работы с детьми. И для меня наличие какого-то физического контакта на уроке, когда есть возможность подойти, шепнуть, спросить шепотом, убедиться в зрительном контакте, каким-то образом посмотреть, хорошо ли ребенок себя чувствует на уроке, для меня вот эти вещи всегда играли огромное значение. И поэтому, когда я оказалась в ситуации, что нас поставили перед фактом, что мы должны взять маленькую сельскую школу под свое крыло, так как у них вообще отсутствуют педагоги иностранного языка, то вот первое, что у меня вообще пришло на ум, что как это будет. И первый год, сразу скажу, он был просто годом ужасным, потому что приходилось все ошибки вот сразу тут их фиксировать, пытаться исправлять. И действительно, для своих первых учеников я была той самой говорящей головой. Поэтому сегодня мы с вами, я хочу осветить следующий вопрос. Если что-то будет у вас возникать, вы меня сразу останавливаете, я лучше буду пояснять. То есть я хочу рассказать о том, как мы организовывали процесс, на основе каких документов работали, насколько важно сопровождение со стороны, так скажем, принимающей, то есть те, кто нас пригласили, какие технологии в этом случае мы использовали, как была организована обратная связь, какие полезные ресурсы в этом случае можно назвать, и были ли риски, и какие способы их избежать можно здесь предложить. Итак, вот если вам повезло работать в большой, отличной школе с очень богатой материально-технической базой, то это замечательно. Скорее всего, тогда мой рассказ для вас будет мало информативен, так как здесь сейчас я буду говорить о том случае, когда что в школе моей, что в школе той, которая была принимающей, техника была вот ограничена буквально одним компьютерным классом, и все на этом. И поэтому единственным способом и средством связи учителя и детей был Skype. Вот это не было возможности ни закупить отдельное оборудование, ни установить. То есть ресурс интернет был настолько слаб, что не позволяло какую-то другую платформу использовать. Поэтому сразу говорю, что вот все, что я рассказываю, имело нормальное действительно объяснение, именно техническое. Итак, что было дано? То есть это малокомплектная школа, мы к этому были готовы. Рассказ о том, что в классе примерно 10, 12, 15 человек, в принципе, как учитель иностранного языка, меня даже успокаивал, потому что это получалось примерно то же самое, что у нас в обычном классе, одна подгруппа учебная. Но совершенно не готова я оказалась к ситуации, что в случае, когда у них детей не хватает на класс, они начинают их комплектовать и объединять. То есть мало того, что ты должен урок вести дистанционно, надо еще его планировать таким образом, что у тебя сидят обучающиеся одновременно третьего и четвертого класса. То есть первые две парты третий класс, две следующие четвертый. Соответственно, мало того, что ты готовишь один урок, ты его еще делишь на две части. То есть это, конечно, вот для меня оказалась очень большая сложность. Кроме того, в школе отсутствуют свободные специалисты. Все педагоги у них ведут множество предметов, и поэтому каждый из них всегда задействован по максимуму. И сказать, что вот давайте позовем вот учителя такого, пусть он посидит. Ну, это оказалось очень трудно и невозможно. Значит, что по поводу формата «говорящая голова»?
что я имею против. Ну, то есть мы сейчас же с вами вот как раз в той же ситуации. Не секрет, что даже очень мотивированные люди редко дослушивают вебинар, глядя прямо на экран. То есть чаще всего бывает, что вебинар идет фоном, человек чем-то своим занимается, периодически поднимает голову, отвлекается. Но это взрослый человек или мотивированный школьник в ситуации, когда он один на один и заинтересован вот в том, о чем говорит учитель. Когда сидит класс, и он вынужден 45 минут смотреть на экран, это просто даже физиологически тяжело. А теперь представьте, что у этого класса таких уроков за день может быть несколько. То есть школа была настолько необеспеченными специалистами, что у них в дистанционной форме шел английский язык, у них в такой же форме шла химия и история. И вот в один день у них могло стоять 2-3 таких предмета. Соответственно, несчастные дети были вынуждены вот просто замерев, вот так смотреть в экран, чтобы периодически записывать. Это очень тяжело. И, конечно, это невозможно представить, если речь идет о детях начального звена. Когда мы же знаем, что у них потребность в смене видов деятельности буквально каждые 8 минут. И, ну и 5-8 минут, там, да, можно считать разницу. Я к тому, что... Каким бы ты ни был интересным преподавателем, какие бы важные и нужные вещи ты ни рассказывал, ребенок не будет сидеть тебя 45 минут слушать с экрана. Особенно если ты для него, вот в принципе, просто вот голова с экрана. О сложности этого формата можно говорить и с другой стороны. Его я называю формат «челочки и ушки». То есть посмотрите, если бы камера стояла на уровне детей, то, конечно, наверное, мне было бы проще, по крайней мере, визуально это выглядело бы как вид обычного учебного кабинета. Но технология, которая, вернее, камера, которая была установлена в кабинете, она была нужна для того, чтобы проводить в этом месте экзамены. Соответственно, ее установили под потолком, и вид она давала, вот вы сейчас видите на экране как раз вот вид живого кабинета. Если дети сидят, пишут, тебе обеспечивается только вид сверху, и ты видишь действительно челочки и ушки. Чем хуже связь во время работы, тем хуже изображены те самые челочки и ушки. Иначе, ну, вот по-другому не назовешь. Конечно, через несколько недель работы ты начинаешь уже одну челочку от другой отличать, по ушкам узнавать мальчиков. Это звучит, конечно, смешно, но на самом деле это большая трудность. Потом мы уже начали просить даже преподавателей, чтобы они рассаживали детей в определенном порядке, чтобы у меня хотя бы был список детей, расположенных их в аудитории, чтобы обращаться к ним я могла по именам, потому что иначе это было, конечно, очень неудобно. По подтверждению этого факта хочу сказать, что когда я через год с такими первыми учениками встретилась в рамках экзамена уже здесь, в городе у нас, они заглядывали в кабинет и вот шептались. Я говорю, ребят, что-то хотели? Они говорят, а вы Юлия Олеговна? Я говорю, да. Они говорят, а мы ваши ученики. Я говорю, так, ну-ка наклонитесь немножечко, Вася, Петя. И я их по именам назвала. То есть прямо в лицо я их за год даже не узнавала. Я могла их узнать вот только в таком положении. Ну, вот это даже не смешно и не шутка, это действительно так и было. Поэтому, если будет возможность у вас каким-то образом повлиять на положение камеры, вот этот момент нужно, конечно, учитывать, это действительно важно. Значит, что удалось сделать, как решить эти трудности? То есть вот у нас на второй год дистанционного обучения в этой школе первое, что я сделала, я собрала коллег, которые так же, как и я, были задействованы в этом процессе, и предложила им съездить к этим детям до того, как мы с ними познакомимся в формате «Говорящая голова». Я говорила, знаете, я интересный педагог, у меня очень много всего интересного, чем я могу детей мотивировать на обучение иностранного языка. Я не хочу, чтобы они видели меня вот в таком ограниченном положении. Мне нужно, чтобы они загорелись. И поэтому я приехала и провела очных несколько уроков в игровой форме. То есть мы привезли самые интересные праздничные презентации, мы привезли игры, командные соревнования. Ну, каждый по своему предмету, но при этом мы знакомились с теми детьми, с кем предстоит работать. Я посмотрела на их лица, так как классы небольшие, я их запомнила практически все. Они меня запомнили.
И потом дальше, когда уже мы начали работу с ними вместе, глядя даже на меня на экране, на мое лицо, они меня уже вспоминали вот по тому образу, который у них создался во время нашего очного знакомства. Поэтому если есть хоть малейшая возможность очно познакомиться с вашими будущими учениками, я могу вам сказать, для меня это важный показатель. Вот второй год прошел гораздо успешнее. И дети лучше воспринимали материал, и мне было проще к детям уже относиться как не к каким-то абстрактным челочкам, а как к моим ученикам. Вот. То есть вот этот момент, я считаю, это было первое, что-то успешное, что было сделано. Второе, что обязательно нужно, это тщательно продумать рабочее место. Ну, тут про положение камеры я вам уже сказала. То есть, когда нам предложили просто вести в обычном учебном кабинете, я поняла, что это тогда действительно будет ограничено вот просто экраном, и дети умрут от скуки на таком уроке. Поэтому, конечно же, я сразу перешла к модели смешанного обучения, сказала, что мне обязательно нужен компьютерный класс, и только в этом случае я согласна работать и вести. Посадка была организована следующим образом, то есть в центре кабинета стояли парты для обычной работы, чтобы они были фронтально к доске расположены, и по кругу стояли вот как раз столы с компьютерами, где они во время урока могли пересесть, выполнить индивидуальные задания или там командные проекты, но тем не менее, то есть несколько рабочих зон, и таким образом я видела весь кабинет, и я могла контролировать этот процесс, и это было, ну, действительно очень необходимо и оправдано. Третий момент – это создаем систему обучения с нуля. Каждый из нас, у кого богатый стаж, а на тот момент у меня было, ну, не настолько много, конечно, 13 лет, стаж мой был работы, но все равно это уже достаточно, чтобы у учителя появились какие-то свои секреты, какие-то свои моменты, которыми он успешно владеет и знает, как даже в неожиданной ситуации выйти с честью из нее. Здесь я поняла, что придется полностью все переделывать. Вот если, например, во время урока ты понимаешь, что нужно что-то объяснить дополнительное из того, что не планировал, ты просто поворачиваешься к доске и объясняешь, что в формате дистанционного обучения это невозможно. Никакой доски они не видят, они видят меня, так как это Skype, то максимум, что я могла им предложить, это изображение себя и демонстрацию рабочего стола. А демонстрация рабочего стола заключалась как раз в пролистывании сквозной презентации. То есть к каждому занятию я готовила презентацию. То есть нужно было отказаться от вот этих тетрадей в привычном виде, потому что собирать вы их не сможете. Отказаться пришлось от формата объяснения у доски и опроса у доски, потому что камера не позволяла этого делать. И, конечно же, творческие проекты, потому что я элементарно не могла это контролировать. Вот самое важное, это на чем отразилась сквозная презентация. Что я имею в виду? Мы с вами должны четко представлять, то есть на этапе планирования один урок иногда доходил до 3-4 часов. Именно потому, что ты не знаешь, это не твой класс, это не твои ученики, ты их до этого не учил, ты не знаешь, на каком этапе у них возникнут вопросы, что может вызвать у них трудности. Поэтому, чтобы этих вопросов неожиданных не было, приходилось создавать нелинейные презентации с очень большим количеством гиперссылок, где если у них возникал какой-то вопрос, я могла по гиперссылке перейти на ту часть, которая к этому моменту была вот подстрахована, создана заранее. То есть некий прогноз того, а может быть они этого не знают, а может быть при объяснении темы логично вспомнить использование артикля и так далее. И то есть вот это, конечно, создавало большую трудность. Сейчас, конечно, это очень хорошо, потому что объем этих презентаций, созданных за несколько лет, он такой багаж серьезный, он часто мной используется и сейчас. Но я о том, что вот этот момент очень важно продумать на этапе планирования, о чем ты будешь рассказывать, как дети отреагируют и что им нужно будет в этом случае предложить. То есть я прикрепляла там и справочный материал, и сборники упражнений, и теоретические какие-то вещи. И могу сказать, что, наверное, не было ни разу ситуации, где нужно было что-то комментировать из того, что я не могла им показать на своей презентации. Но что касается нормативной базы, то есть я слышала о том, что есть разные варианты, расскажу о том, который был у нас. С нами заключили обычный трудовой договор,
на совместительство, то есть заключали его с какого-то дня в сентябре, то есть вот в первый год, по-моему, даже там вот написано было 16 сентября, да, то есть вот первая половина сентября, потому что они сразу пришли к этому моменту, и по конец мая. То есть, соответственно, обычное совместительство, почасовая оплата, и это было достаточно невыгодно, сразу скажу, потому что классы малокомплектные, подготовки много, она тяжелая, затраты физические достаточно серьезные, ну, а оплата, вот, если это почасовая, это, конечно, ну, так себе. Вот, директор работала напрямую с управлением образования, то есть управление образования уже связывалось с педагогами города, предлагало эти возможности, варианты, и объясняли, что, ну, вот, надо взять ситуацию под контроль, потому что не получается по-другому. Ну, сказать, что все горели желанием, нет, но ситуация безвыходная, детей нужно учить. Поэтому, конечно, да, мы подписывали этот трудовой договор, на основе его вот мы и работали. Сопровождение. Что такое сопровождение? Когда вы находитесь физически в одном городе, а ваши ученики в другом, разумеется, их нельзя оставлять одних. Кто-то должен в момент проведения урока находиться в кабинете. Изначально в школе был решен вопрос таким образом, что понаблюдать за детьми в этот момент может и технический персонал. Ну, то есть, например, вахтер, уборщица и так далее. То есть вот просто попросили понаблюдать за дисциплиной. Все это продолжалось. Вот у них это была не зарплата, у них это шло как дополнительные обязанности. Они тоже без особого желания шли туда, я вам тоже скажу. Они занимались своими делами, они проверяли тетради, электронный журнал заполняли параллельно, сидели. То есть они физически там присутствовали, но к уроку сначала, вот, в первый год, не имели никакого отношения. И вот, я говорю, сначала вообще подключили именно технический персонал. Все это было до того момента, пока процесс вот этого урока не пришел понаблюдать представитель из управления. То есть пришли посмотреть, как осуществляется дистанционное обучение. Урок идет, дети сидят, кто-то из детей отвлекается, и вот женщина заходит и спокойненько, то есть вот как бы там не церемонит, что-то ему говорит, там, ну вот физически буквально вмешивается. Посмотрели на это, сказали, что это, конечно, недопустимо, что нужно что-то менять, и приняли решение, что обязательно на уроке должен присутствовать педагогический работник. После этого это стал классный руководитель, или предметник на этот момент свободный, или закрепленный за классом человек. То есть, ну, вот разные были ситуации. Но к третьему году вот этой нашей совместной работы пришли мы к выводу, что все-таки лучше всего, если вам оказывает помощь, конечно, учитель информатики. Сейчас объясню, почему. Была ситуация, когда шел урок, и на компьютере прошло какое-то обновление или предложило пройти обновление. Иначе говоря, на весь экран открылось диалоговое окно с вот вопросом Windows о том, что там что-то нужно сделать. Соответственно, детям перестало с доски быть что-то видно. Это у них на их компьютере случилось. И, соответственно, вот у них всю доску закрыло. Я это у себя вижу, что у них произошла вот эта беда. И учителю, находящемуся в кабинете, говорю: подойдите, пожалуйста, к компьютеру, закройте окно. Ну, реакции никакой, то есть я еще, Татьяна Ивановна, подойдите к компьютеру, закройте, пожалуйста, окно. Она говорит: ну, чем оно вам мешает? Я говорю: да, мешает, и, ну, не могу понять, почему такая реакция. Она подходит, закрывает окно в кабинете, просто в кабинете, окно обычное. Говорит: господи, вам что там дует? Ну, вот в этот момент я поняла, что слово «окно» надо тоже вот как-то комментировать и пояснять. Таким образом, лучше всего, особенно когда мы перешли к каким-то интерактивным формам работы с детьми, лучше всего, конечно, здесь учитель информатики нам мог помочь, потому что он ориентировал детей на ресурсы, мог разобраться с тем, как им лучше в этом работать и так далее. То есть осуществлять помощь мог квалифицированную именно он. Какую помощь от сопровождающего педагога мы ждем?
Ну, во-первых, это глаза и руки учителя. Что значит? Ну, потому что очень часто приходится планировать какие-то маленькие работы, например, распечатать карточки, раздать карточки, собрать после диктанта карточки и так далее. Плюс, ну, вот физически наблюдать за дисциплиной, например, да, нужно каким-то образом посмотреть, кто чем занят, кто кого чем отвлекает и так далее. Решение технических проблем, а когда вы ведете в дистанционном режиме, это всегда возникает. Периодически пропадает связь, звук, изображение, перезагрузка какая-то возникает. Ну, то есть это то, все то, что, с чем мы сталкиваемся в нашей обычной жизни, и во время урока может произойти. И сидя у себя в кабинете, вы на происходящее в том кабинете никак не повлияете. Организация обратной связи, конечно же, потому что мы уже проговорила я о том, что тетрадей нет, но ведь работу мы должны видеть, мы же должны видеть, что делают дети. Соответственно, вот этот момент, как сбор вот этой обратной связи и мониторинг его успеваемости, это осуществляли учителя, которые находились по ту сторону экрана. Проблема дисциплины и вот работа с родителями. Надо сказать, что, ну, так как это маленькое село, то родителям вообще было очень трудно настроиться на такую форму работы. И они считали, что происходит что-то неправильное, нелогичное. Ну, а других учителей нет, приходилось мириться. И поэтому вот приходилось и с родителями связываться тоже. Объяснять, проговаривать. И вот где-то мы звонили, где-то вот эти педагоги работали, классные руководители. Ну, таким образом как-то вот решали эти вопросы. Какие вот технологии для организации обучения мы использовали? Ну, конечно же, первое, что пришло на ум, что здесь вот смешанное обучение отлично подойдет. Ну, мы были немножко идеалистичны по поводу этого. Мы как раз в тот момент, это было 3 года назад, то есть в тот момент это было на волне, это как раз было интересно, это интересно было изучать, и хотелось все это попробовать. Не всегда все, что мы видим и слышим, по какой-то педагогической технологии реально воплотить, когда речь идет о детях из маленького села разного возраста. То есть если нет изначально мотивации, а ее там нет, вы поймите, то есть очень трудно для ребенка из маленького села, который не был даже вот в районном центре или тем более в областном центре, никогда туда не ездил, трудно ему объяснить, что иностранный язык – это вообще лучшее, что может случиться с тобой в этой жизни. Давай скорее его учить. Родители впрямую писали заявление, просим убрать из аттестата английский язык. Это только дети тратят время, силы, нервы и так далее. То есть, ну вот там просветительская работа должна была идти и среди детей, и среди родителей. И поэтому, когда говорили, давайте попробуем идею перевернутого класса, когда я записываю объясняющее видео, каждый ребенок дома спокойно сядет, посмотрит это видео в любом для себя режиме выгодном, несколько раз послушает, если какую-то тему он не понял. Ну, чем я буду объяснять в классе и тратить на это время? Давайте вы лучше это заранее сможете посмотреть. Ну, дети приходили из 10 человек, например, только 1-2 посмотрели. То есть большая часть приходили абсолютно не готовыми, и повлиять на эту ситуацию не могли ни родители, ни другие учителя, ни классный руководитель. Это было вот поголовно и неисправляемо. То же самое касалось любых заданий, которые предлагал учебник. Соответственно, я их и не задавала, и не проверяла. Ко всем учебникам сейчас есть решебники. Поэтому какие бы форматы задания вы из него не предложили, это все будет списано, принесено, вот и все. То есть если вот в живой, ну, в обычной своей жизни я всегда создаю такие ситуации, где не поможет ни один решебник, то и здесь пришлось тоже вот в итоге приходить к такому формату. Во-первых, не рассчитывать на то, что дома кто-то что-то приготовит. Скорее всего, никто ничего не приготовит. И во-вторых, действительно вот, подразумевать, что эти дети не очень мотивированы, поэтому рассчитывать на совесть и так далее, ну, не стоит. Надо исходить от обратного. А что если? Ну, в основном так и делаю. Проектная технология. Мне казалось, что если мы будем использовать различные варианты для дистанционные формы для проектной деятельности, например, ну, мы начинали с простой интерактивной онлайн-доски, где можно было создавать какой-то общий продукт, а потом его представлять. Google документы, то есть когда можно вместе что-то создавать и редактировать.
Здесь мы столкнулись с чем? Прежде всего, вопрос возник к низкому уровню информационной грамотности детей. Дело было не в содержании моего предмета. Они могли написать открытку, но вот создать блог, создать картинку в онлайн, подписать, сделать надпись и так далее, разместить ее, вот это все вызывало очень большие трудности. То есть вот дети, прежде чем научить детей, нужно было сначала научить их учителей, подробно рассказать про саму технологию, тогда становилось непонятно, я учитель чего, информатики или все-таки английского языка. То есть вот чтобы организовать вот эту модель смешанного обучения, приходилось работать учителем информатики, в том числе повышать информационную и медиаграмотность этих детей. Это, конечно, стоило того. Возможно, с этого они вынесли даже больше, чем с уроков иностранного языка, бесспорно. Но цель моя же была в другом все-таки, и поэтому... Те проекты, которые я планировала провести, они прошли, но, наверное, максимального результата того, который я хотела достичь, все-таки не удалось. Игровые технологии. Игровые технологии всегда хорошо шли, то есть здесь вот разные приложения, мы сейчас я их вам покажу, но какие трудности здесь возникали? Ну, прежде всего, с дисциплиной. То есть как только ситуация выходила за формат обычного урока, к которому привыкли дети, они автоматически считали это наступившей переменой. И учитель, который сидит на задней парте, проверяет тетради, так как он в этом не заинтересован, ну, соответственно, он на ситуацию не пытается повлиять, и ты с экрана на ситуацию повлиять почти не можешь. Поэтому таких занятий было несколько, я их, конечно, да, тоже планировала, но я понимала, как они пройдут, и поэтому... Чаще всего потом стала предлагать эти форматы как в качестве домашнего задания. Как был организован процесс обучения? Вот кроме того, что я сказала, что к каждому уроку была создана сквозная презентация, теперь, собственно, о общем организационном моменте. Первое, к чему я пришла, что нам с детьми, именно с детьми, необходимо некое единое пространство для общения. То есть для того, чтобы они могли что-то сказать, спросить, в любой момент, когда вспомнят о чем-то нужном, зайти, посмотреть, найти и так далее. То есть чтобы это общение наше с ним проходило напрямую, без посредников. И вот тогда я вспомнила, что да, у меня есть сайт. Сайт этот чем хорош? Тем, что он легко находится в сети, то есть достаточно забить Емельянова Юлия Олеговна сайт, это первая ссылка, которая сразу выходит. То есть не нужно долго искать, не нужно запоминать адрес этого сайта и так далее. Что я детям и объяснила. То есть на своем сайте я создала страницу «Дистанционное обучение» и пригласила ребят на эту страницу. На ней мы что удалось разместить? Начну, во-первых, я к ним обращалась, я их поздравляла с праздниками, обращалась напрямую, каждый день начинала с доброго утра, ну, в тот день, когда должен был пройти наш урок, например. К каждому уроку весь материал, который я использовала, я тоже выкладывала на этом сайте. То есть я писала прям дату, под этой датой размещался материал, ну, вот, например, вы видите, то есть вот урок 10.04, вот документ, например, это был рабочий лист. То есть если ребенка по какой-то причине в школе не было, он в любой момент может этот рабочий лист скачать, также заполнить, отсканировать, отправить. То есть если хотели дети, то все возможности для того, чтобы они ничего не пропустили, я делала. Например, если это вот было объяснение материала нового, то тоже всю презентацию я тоже прикрепляла, размещала, чтобы дети, даже если они были на уроке, но что-то прослушали, чтобы они могли эту презентацию себе скачать, сохранить, посмотреть, вернуться при выполнении домашнего задания к ней. То есть весь материал был доступен. Во-первых, это хорошо организовывало детей, они знали, что весь материал все-таки здесь и можно к нему вернуться, это доступно. Это показывало родителям, что действительно обучение ведется, что материал выкладывается, что ребятам все предлагается. Это тоже их достаточно так хорошо успокаивало. Ну и кроме того, там можно было размещать ссылки на наши общие проекты. Вот, например, урок по теме «Еда». Вот сейчас я расскажу о ресурсе, на котором создавались такие экраны работы, которые мне очень нравились и детям тоже. То есть это вот тот вид работы, который они легко освоили достаточно быстро и всегда предлагали именно в таком формате поработать.
Что еще важно было при организации обучения? Использование подробных рабочих листов. То есть в первый год обучения я совершала следующие ошибки. Я примерный план урока, который составляла для себя, я копировала, отправляла. А, вот еще один момент. То есть так как иностранный язык преподается 3 часа в неделю, а школа не могла столько часов организовать в кабинете информатики, они предложили следующее. 2 урока – это с моим участием, то есть вот как мы сейчас с вами общаемся, только с детьми. А один урок проходил в заочной форме, когда я должна была представить какой-то материал для самостоятельной работы, в конце которой дети сдавали свои работы, их сканировали и мне отправляли, а я таким образом контролировала степень их погруженности в материал. Вот для таких уроков были разработаны вот эти рабочие листы. Вот сначала, я говорю, учителям я скидывала план и упражнения, к которым были пояснения. В этом упражнении нужно сделать вот это, в этом упражнении нужно сделать вот это. С одной стороны, это было очень неудобно. Зачем учителю математики, например, который присутствует на уроке, вникать в тонкости задания? Во-вторых, дети, даже если что-то не уловили, они же начнут переспрашивать, опять же, что он может ответить? Ну, ничего. Поэтому, да, я быстро пришла к идее, что нужно создавать рабочий лист с подробными комментариями для самих детей. То есть прямо лично обращаясь к ним. Здесь, конечно, не очень в этом плане иллюстративно, то есть просто заполнили карточку данными из текста о празднике. Вот дан текст, вот здесь ставь прилагательное из текста словосочетания. То есть никаких вопросов к педагогу здесь не предполагается создавать. Запиши перевод текста, сколько успеешь сделать. Все, никаких вопросов, а если я не все, а если я не успел? Ну все, мы на этот вопрос ему ответили, соответственно, он уже делает, сколько сделает. То есть вот такой лист, он позволил, во-первых, избежать лишних вопросов, он детям четкие рекомендации давал и указания, инструкции по поводу выполнения каждого задания. И, ну, все-таки более организованным процесс стал. Вот. Индивидуальный темп выполнения заданий. Ну, буквально сразу к этому тоже пришлось уже прийти к выводу, что в этой школе дети, конечно же, все разного уровня. И, например, из 8 учеников класса может быть один одаренный, 3 ОВЗ, один гиперактивный, ну, то есть весь набор, который мы видим в обычной школе, но только здесь сконцентрированный в рамках одного класса. И поэтому, если вести фронтальную работу, то делать с экрана это очень сложно. Поэтому проще было придумать некие индивидуальные задания, которые ребенок, даже если не успел сделать во время уроков, может после уроков прийти в кабинет информатики, например, доделать, может дома доделать. И вот в этом случае использовала электронные тренажеры, которые также детям предлагала, онлайн-тестирование, которое вот у каждого сколько времени потребовалось, вот столько он на него и потратил. Я видела и потраченное время, и количество попыток, и итоги того, насколько все-таки успешно они его прошли. И вот виртуальная доска, вот на этом я остановлюсь подробнее. То есть вот необходимо было пространство онлайн, которое бы менялось постоянно. Таких ресурсов много, я знаю их несколько, да. Но именно в тот момент вот этот был самым простым, доступным. Он легко прикреплялся к моему сайту, с него переходы без лишних проблем можно было сделать. Ну, то есть вот он был оптимально там эффективен. То есть что это такое? Вот сейчас, наверное... Да, вот здесь можно посмотреть. Ресурс называется linait.com. Это сайт, на котором вы можете создать себе так называемую канву. Это чистая доска, на которой вы, как учитель, размещаете задания. Вы можете здесь оставить картинку, видеозапись, аудиозапись, все что угодно. Со своими учениками я сразу проговорила, что я на этой доске работаю только красными стикерами. Вы видите, вот тут в углу 4 вида стикеров. Каждый, кто заходит на этот ресурс, он берет один стикер и его просто мышкой перетаскивает на рабочий стол. После этого стикер открывается, в него можно заполнить любую информацию, добавить также картинку, подпись свою и, соответственно, останется оно на доске. Учитель имеет права администратора на этой доске, соответственно, если возникнет ситуация, когда один листочек наложился на другой, учитель легко их может друг с друга сдвинуть, может расположить в нужном порядке, может сдвигать группами, если такая цель была.
Наличие нескольких цветов помогает как раз по группам разделиться. Например, эти зелененькие делают такое задание, синенькие вот такое задание делают. Ну, единственное, я говорю, проговаривала всегда, что красный стикер не занимать. Это знак учителя. Здесь я оставляю свои комментарии по работе, свои замечания, свои правила здесь устанавливаю. Вот если мы с вами вернемся к предыдущему слайду, да, то мы увидим, посмотрите, вот у нас вот эта красная картинка рядом с коалой, это то, как выглядело изначально мое задание. А дальше дети его начали выполнять, размещать свои работы. И вот возле каждой работы можно увидеть вот такой маленький красненький квадратик с оценкой или комментарием развернутым о том, насколько мне понравилось, не понравилось работа. И что. Чем этот способ хорош? Ну, у него есть, конечно, определенные минусы, но чем он хорош? Во-первых, прозрачные критерии оценивания. То есть я об этом сразу проговариваю, я это в правилах указываю, что, ребята, должно быть вот то-то, то-то и то-то. И потом в комментариях оценки я могу также сказать, у тебя вот это сделано, а вот этого у тебя здесь нет. Соответственно, все ученики класса видят, у кого какая работа. Исключаем момент списывания. То есть они никогда не сдадут здесь одинаковую работу, потому что вот оно сразу все здесь. Хотя были попытки, признаюсь честно. То есть родители абсолютно спокойно могут посмотреть работу своего ребенка, работу других ребят. То есть это все открыто. Вот в этом плане мы ничего не скрываем. Вот, пожалуйста, посмотрите. Рабочее пространство, где вот все равны. Доска эта большая. Вот внизу вы видите здесь такой планшет, который передвигается по экрану. То есть вы можете его сдвигать, таким образом весь обзор посмотреть или раздвинуть эту доску, чтобы весь объем карточек был виден. Очень удобный ресурс, очень красочный, интересный. У детей вызывает неизменный интерес. И я его использовала и в начальном звене, и в старших классах. И даже когда я просто на уроке сейчас в своей обычной недистанционной форме веду уроки, мы его тоже используем, например, для дебатов, когда нужно накидать аргументы и просто при этом посмотреть, насколько разными они получатся, или чтобы этот процесс проходил параллельно. То есть мы в режиме реального времени на доске видим обновление этих аргументов. Достаточно интересно это наблюдать. Дальше, следующий ресурс, который я использовала, это, конечно, Learning Apps. Но это, опять же, я говорю, именно потому, что на тот момент, во-первых, это было практически такое самое-самое популярное и легко создаваемый любой формат игровой информации, который ты можешь использовать. То есть вот это, конечно, такой палочка-выручалочка на все случаи, было создано много заданий. Мы это детям все отправляли, дети с удовольствием в этом участвовали. Не расценивала это как серьезный обучающий инструмент. Я скорее это использовала как вот средство вовлечения и мотивации, чтобы показать, что ух ты, английский бывает еще и вот таким. Ого, посмотрите-ка, что я сделал. Ну, то есть, вот, например, как я еще второкласснику могу доказать, что здорово, что ты выучил слова. Ну, то есть, кроме того, что ты написал диктант, ты мне их рассказал. Смотри-ка, а ты выиграл вот здесь, а у тебя вот ты вот здесь у тебя была викторина, и ты снова все назвал. А здесь ты кроссворд заполнил первым. Ты посмотри, какой ты молодец, у тебя уже какой багаж знаний. То есть, вот такие вещи, которые ребенка мотивируют и убеждают, что он все это делал не зря, это в любом случае его теперь интеллектуальный багаж, которым он может гордиться. Ну да, и вот для совместных работ использовали мы, я уже сказала, да, но это уже последний третий год, и только в старших классах совместное редактирование презентаций пробовали мы. Ну, скажу сразу, что это требовало регистрации каждого ребенка, это вызвало вопросы родителей по поводу, а надо ли, а стоит ли, а не хотим ли мы. Ну, то есть, да, это здорово, но требовалась большая работа со стороны вот учителя, как, не как предметника. То есть, получается, пришлось научить их вот это все делать. На уроках информатики, видимо, они это не изучают. Ну, я не очень хорошо себе представляю программу по информатике. Кажется, она от реальной жизни и потребностей сейчас очень далека. Ну и, в общем, ребят приходилось простым навыком. Ну, то есть мы начали с создания почты и заканчивали вот созданием аккаунтов на Google, чтобы они могли их использовать для работы. Каким образом осуществлялась обратная связь? Первое. Я говорю, что вот на сайте я организовала вот эту страницу для того, чтобы дети могли ко мне напрямую обратиться. Вот там было такое объявление. Ребята, у вас возникают любые вопросы.
я готова на них отвечать. Ну, то есть я же знаю, что здесь школьники мои обычные всегда ко мне обращаются с какими-то вопросами. Ну, и здесь такие же живые дети, для кого я как человек с другой планеты, честно говоря. Поэтому я создала вот такую доску объявлений, собственно, для каждого класса, в котором я работала. Дети заходили, прикрепляли свой вопрос, мне на почту приходило уведомление, я смотрела, если это было что-то личное, я отвечала напрямую на почту, удаляла тогда с этой доски. Если это было общего плана, например, в какой стране хотели бы вы побывать, или там, а какое у вас любимое животное, ну, детям просто интересно личность учителя, ничего в этом страшного не вижу. Я сама, получается, спровоцировала такое общение, ну, как раз для того, чтобы дети воспринимали меня как живой образ, а не вот просто человека, который пришел прочитать лекцию. Ну, таким образом, вот для каждого класса такая доска была создана, и она работала довольно продуктивно. Девятый класс готовился к экзаменам по русскому языку, но при этом и даже вот касаемо каких-то вещей, связанных с экзаменами, тоже меня спрашивали про выбор профессии и так далее. Ну, видимо, им тоже интересно мнение человека взрослого со стороны, и я находила на это время. Если мы с вами говорим об обратной связи того, что дети делали на уроке. Ну, во-первых, это вот все-таки онлайн-тестирование. То есть там и тест.ру, и многие другие ресурсы. Когда меня интересовала и статистика, и успешность выполнения теста у каждого ребенка. Но не всегда можно вот именно оценить, по тесту. Конечно, нужно смотреть, особенно если про старший класс мы говорим, нужны были сочинения. И детям некоторым было очень трудно набирать даже текст большого объема, особенно на английском языке. Дело же еще в том, что раскладка незнакомая, они больше с телефона даже им набирают какие-то тексты, а уж не говоря на английском языке. Поэтому были те, кто говорил, мне неудобно печатать, я хочу писать от руки. Большое спасибо преподавателю информатики, который шел навстречу, говорил, никаких трудностей не вижу. Я вам все отсканирую, все вышлю. То есть проходила работа, он сканировал мне эти работы, присылал. Ну вот вы видите, вот как раз пример такой сканированной работы. Сразу какая сложность возникает? Ну, во-первых, при отсканированном, а потом распечатанном виде качество очень сильно терялось. В плохом детском почерке было трудно разобрать, что написали, как написали. Но самое в этом печальное, что я не знала, каким образом исправлять. То есть просто исправить ошибки, это еще более-менее. А там, где нужно оставить комментарии, то есть вот тут уже и PDF форматирование, и разные способы тоже использовала. И мы потом договорились с этой школой сельской, что они раз в неделю все равно приезжали к нам в город, и поэтому мы договорились, что они вот эти свои работы будут забирать. То есть я их сканированные распечатывала, проверяла, руками вписывала все комментарии, все, что кому хотела сказать, и эти работы передавала вот туда, чтобы у людей это тоже работа на руках была. Потому что, понимаете, сочинение, если мы пишем личное письмо, например, на английском языке, там очень важны некоторые моменты каждому ребенку проговорить. Есть, конечно, общие темы, но есть такие ошибки, которые каждый, вот один только кто-то делает. И это нужно было, конечно, корректировать. Да, вот, то есть и как личная передача вот этих работ тоже такого рода мы связь организовывали. Полезные ресурсы. Ну вот я сегодня уже во время своего рассказа некоторые из них назвала. Хотела бы вам порекомендовать, как людям современным, другой ресурс. Вот вы видите его название на слайде. Уверена, что вы с ним уже сталкивались и знакомы, но я сейчас им активно пользуюсь. Что это такое? Это техническая карта всех возникающих, существующих ресурсов для организации дистанционного обучения. Очень здорово, что этот ресурс постоянно обновляется, что здесь появляются те ссылки, которых раньше не было. Вы можете посмотреть, что она в каком плане еще полезна. Здесь по разным тематикам организованы эти ресурсы. То есть, например, вот, создание управляющих систем, конструкторы курсов для проведения вебинаров системы, опросы и тесты, как создать инфографику, как создать видео, как записать подкаст. И так, ну, то есть в зависимости от той цели, которую вы ставите, то есть какую задачу вы решаете, что вы хотите
создать весь курс, создать часть, записать видео или так далее, вы можете выбрать подходящий для вас ресурс. То есть вы здесь наверняка найдете знакомые названия, конечно же, но если возникло ощущение, что это уже что-то устарело, надоело и вам, и вашим детям и так далее, вы всегда можете вот попробовать и выбрать какой-то ресурс, который в этом случае подойдет именно вам. Может быть, он просто будет интереснее, новее, быстрее организовано. Единственная какая здесь сложность, что пока все-таки большая часть этих ресурсов на английском языке. Но, к счастью, многие вот ресурсы, вот платформы для создания этих продуктов, они имеют достаточно простой интерфейс. И, к счастью же, опять, даже на YouTube вы можете найти много обучающих роликов, в которых идет подробнейший рассказ о том, как сделать, как создать продукт в этом ресурсе. То есть люди уже, кто в России работает с этим ресурсом, они записали вот этот обучающий ролик, и вам пошагово расскажут алгоритм создания продукта. Зайдите сюда, нажмите сюда. То есть вот как было с Kahoot, когда он только появился на английском языке. Многие тоже терялись. Но тем не менее, очень быстро люди научились создавать там вот эти опросы дистанционные, и это было здорово. Вот, поэтому я всегда рекомендую и всегда там нахожу что-то интересное, поэтому вам искренне советую вот хотя бы раз в месяц себе пообещать, что ой, зайду-ка я на этот ресурс, посмотрю, вдруг еще что-то интересное появилось, чего я раньше не использовал. Мне кажется, это прям здорово. Ну и напоследок, какие возможные риски, кроме того, что я уже вот и так много всего проговорила, какие еще риски могли возникнуть? Ну вот проблемы со связью – это даже не риск, это реальность, это постоянно. То есть зима, что-то замерзло, провода порвались, связь там еще. Ну то есть это возникало постоянно. Но при этом вы поймите, ну я всегда это понимала, да, что на том краю, на той стороне экрана находятся живые дети, которые пришли на урок английского языка, и если сейчас этот урок не состоится, то ценность того, что до этого делали, всегда ну, вот, потеряется. И так же, как и с техническими проблемами, и форс-мажор, что значит форс-мажор? Я тоже заложник, собственно, ситуации, потому что я работаю в школе, школа небольшая, бывают ситуации, когда педагоги, например, заболевают, меняется расписание, соответственно, может так возникнуть ситуация, что момент, на который у меня назначено вот, урок с этими детьми, мне поднимают мое расписание. В моей школе никто не заинтересован в этой моей работе. То есть все, конечно, это знают, да, но тем не менее считают, что ну, а как мы свою работу под вас будем подстраивать. Меняются иногда звонки из-за каких-то мероприятий, например, поднимают. И так, то есть может всегда возникнуть что-то такое, что вот вмешивается. И поэтому я даже когда у меня запланирован вот вебинар, или ну, онлайн-урок вот такой с детьми, я подозревала, что что-то действительно может пойти не так. И планировала вот в качестве запасного варианта, планировала некий вот рабочий лист или хотя бы просто какую-то запасную такую вещь, которой бы дети занялись в мое отсутствие. И были просто не по тематикам, например, по играм, по праздникам, традиции изучая, страны изучаемого языка. То есть я их создавала на выходных заранее, они у меня просто копилкой были. И если возникало такое, что связь пропала или там вот, я ухожу, я просто писала учителю, который был в кабинете, что здорово, что мы сейчас в кабинете информатики. Нет, не очень часто. Ну, скажем, если, ну, как вот сказать, ну, проблемы со связью, если вот за год взять, наверное, 4 урока и примерно из в одном классе могло пропасть. Из-за расписания, ну, были накладки, наверное, ну, так, почаще, наверное. Ну, наверное, раз в месяц такое могло произойти. То есть да, бывает это, бывает. Я не знаю, вот в крупных школах ли вы работаете, но у нас действительно расписание очень часто мобильное, потому что педагогов 39, и стоит одному заболеть, как расписание просто плывет у всех. Вот.
И я просто скидывала, вот так же на своем сайте размещала эту ссылку, детям говорила: дети, доброе утро, сегодня у нас с вами запланированный урок по традициям. Зайдите сюда, вы здесь найдете материал, там, например, они находили видео по теме, там находили аудио, опрос, потому что посмотрели, и итоговую работу, которую они к концу урока заполняли и мне отправляли. Соответственно, ну, я могла считать, что этот урок не был пустым. У нас все равно есть страновический компонент, который редко удается реализовать. И в этом случае вот форс-мажор работал на то, чтобы как раз хотя бы этим моментом, ну, можно было заняться. Ну и вот риски – это низкий уровень подготовки. Я говорю, что учитель, который ведет дистанционные уроки, а у нас вот не бывает дырки в расписании, то есть у нас вопрос безопасности ребят стоит на первом месте, это я к вопросу, который в чате написала Юля. То есть у нас вопрос того, что дети не должны оставаться одни, стоит очень жестко. То есть в любом случае, да, вот этот конкретный урок его будут заменять. Но кто его будет заменять? За счет этого будет меняться расписание в других классах. Например, сейчас вот свободен учитель литературы, вернее, он должен быть шестым уроком, он пойдет вторым, ну, то есть вот эти передвижечки. У нас дети не остаются никогда, у нас нет такого понятия, как дырка в расписании. Дырки могут быть у учителей, у детей никогда ни одного урока. Они всегда на уроке, они всегда с преподавателем, потому что кто-то несет за них ответственность в этот момент. Вот, и я говорила по поводу подготовки, что от учителя требует много сил. 3-4 часа, ну, то есть когда это был уже третий год, уже был наработан материал, уже у меня опыта было побольше. Например, там 1,5-2 часа я готовила такой урок. Это все равно очень много, и это очень трудно. И поэтому становилось вдвойне как-то грустно, когда ты приходишь и понимаешь, что можно снова начинать. То есть все, что ты планировал, как сделанное детьми дома, и собирался объяснить им их ошибки, их трудности, затруднения, с которыми столкнулись, никто ничего и не делал, соответственно, можно с ними, ну, начинать заново разбирать материал. Так, насколько успешны дети, обучающиеся в дистанционной форме, когда приходят в 10-11 классе? У меня были, да, 10-11 класс. Я вот могу сказать... Это, конечно, форма достаточно сложная для детей, но, скорее всего, на качество обучения она не очень влияет. Мотивированный ребенок, у которого есть желание учиться, он будет в такой форме учиться так же эффективно, как если бы это было с живым преподавателем. Особенно если продуманы такие моменты, как обратная связь, как возможность обратиться к преподавателю в индивидуальной форме и так далее. То есть получается, материал объясняется качественно, все дополнительные материалы, все фиксируется, ребенок ему может пользоваться. Индивидуальные вопросы, консультации, да, пожалуйста. То есть, иначе говоря, условия создаются хорошие. А вот если у ребят заниженная мотивация, то, в принципе, они что на обычном уроке могут себе позволить ничего не делать. Ну и в преддистанционном обучении да, тоже. Поэтому я считаю, что нет, не влияет каким-то образом сильно вот эта дистанционная форма на качество обучения. По крайней мере, мы писали районный мониторинг, у нас все школы района пишут районный мониторинг. Это был наш же район, поэтому я знала, что с чем сравнивать. И поэтому уровень качества обучения был, что в тех классах, где я работаю очно, что в классах, в которых я вела дистанционно в этой школе, примерно одинаковые. Может быть, несколько процентов разницы, но не глобально, не существенно. Поэтому, да, эти дети сдавали, то есть у них, например, в ОГЭ они по английскому языку нет, не выбирал никто сдавать, но были дети, у кого история велась в дистанционной форме, и они сдавали по истории экзамен и довольно успешно сдавали, да. То есть, ну, можно учиться. Ну, я когда вот вопрос такой возникает, сейчас уже отвлекусь на секундочку, когда говорят о том, что вот, учителя нет или еще чего-то нет, я всегда свой пример привожу, то есть мое детство пришло в военном гарнизоне. Военный гарнизон – это еще хуже, чем маленькое село, потому что учителей вообще не бывает стандартных, они все время меняются кем-то. Жены одних офицеров приехали, жены других офицеров уехали, то вел у тебя кто-то математику, то вел, то не вел кто-то математику. Ну так вот, английский язык у меня не велся вообще. Он у нас эпизодически велся в 5-м, потом в 7-м у нас была возможность чуть-чуть учить немецкий,
То есть в аттестате за 9 класс у меня вообще не стоит английского языка, потому что обучения не было. Но была большая мечта, я хотела быть, хотела знать английский язык. Я даже не хотела быть учителем, но хотела знать английский язык. Интернета не было, соответственно, было несколько учебников доступных наших, вот в том месте, где я жила. И затем различные методички для поступающих в вузы. Я читала литературу на английском языке, сама изучала что-то. Ну, то есть и экзамен по английскому языку мы специально из нашего гарнизона ездили в районный центр, где можно было сдать его, чтобы он у меня в аттестате значился. И после школы я поступила на бюджет в Красноярск. То есть это хороший, приличный вуз, педагогический университет, на факультет иностранных языков. То есть для меня это показатель того, что если есть сильное желание у любого ребенка, а тем более есть поддержка педагогов, с которыми он работает, недостижимых целей нет, надо к ним просто стремиться. Ну, на этом материал весь из того, что я хотела вам рассказать. Спасибо. Это, в принципе, все, о чем я планировала вам рассказать. На экране вы сейчас видите мои личные контактные данные, то есть вот моя почта, она у меня актуальная, единственно существующая, и ей я активно пользуюсь, поэтому если вы на нее напишите, я смогу вам что-то ответить. Можно познакомиться с сайтом, посмотреть там эти задания, которые, о которых я сегодня рассказывала. Нужно найти меня в социальной сети. То есть я открыта к общению, с удовольствием всегда отвечаю на все вопросы. И если у вас будет действительно, если вам что-то показалось сегодня интересным, и вы хотите об этом поговорить, я с удовольствием это сделаю. Надеюсь, что сегодня вам было хотя бы со мной интересно, может быть, полезно. Благодарю вас за то, что вы сегодня пришли. Хорошего вам настроения и удачи. Спасибо. Спасибо большое. Опыт, конечно, просто уникальный, колоссальный. Я понимаю, что есть о чем еще поспрашивать, еще о чем попросить провести следующий вебинар, потому что та проблема, которая вот так вскользь нечаянно появилась у вас как необходимость, она сегодня основная. И как сделать так, чтобы английский пришел, иностранный вообще пришел в школу, это вот один из вариантов начать дистанционно учить. А теперь нужно научить тех учителей, которые иностранный язык преподают, быть дистанционным учителем иностранного. Потому что, да, я как информатик получил такой камушек, что урок информатики сегодня превратился в самостоятельную дисциплину, которая вообще не учит жизни и тому, что детям вообще в принципе нужно. То есть цифровая информационная грамотность – это теперь не забота учителя информатики часто, к сожалению. Вот, но вот здесь явно придется находить какие-то совместные вещи у информатиков и англичан. Я думаю, что это, ну, даст такой старт к обучению педагогов иностранного языка быть дистанционным учителем. Это особая история, да, чтобы они не искали, как ты, сервисы. Уже можно с чего-то посоветовать, что-то начать. Уже есть какие-то приемы и технологии, как избежать тех или иных ошибок, зачем их допускать еще раз. Если можно, ну, уже найти свои и с ними тоже дальше поделиться. Да. Поэтому большое спасибо, что ты откликнулась. Я об этом где слышала и вот прямо очень хотела, чтобы у нас появилась такая запись, такая история по дистанционному. Не абстрактно, как это делать, а вот я это делала. Получается, 3 года, да, Юля? Да. История 3 лет. Да, это очень замечательно. Так что большое спасибо, коллеги, большое спасибо, что вы тоже были с нами. Я надеюсь, что у вас появятся тоже свои мысли, опыт, возможно, захотите поделиться. Мы всегда ждем и приглашаем новых спикеров на наши площадки. Для этого нам можно написать, рассказать. Вот Лена Евсикова выставила в чат информацию, что с крупными буквами у вас все будет на электронной почте в понедельник, все-таки сегодня пятница, конец рабочего дня, и мы вам разошлем письма на электронную почту, ссылочка, где посмотреть сегодняшний вебинар и как получить свидетельство в понедельник. И сейчас еще небольшой опрос, пройдите, пожалуйста, сейчас тоже Лена нам его подгрузит. Нам всегда интересно узнать, какой канал коммуникации сыграл роль, и вы узнали о вебинарах центра Snail, какой раз вы к нам пришли. Вот такая небольшая аналитическая, как бы, статистическая сейчас будет деятельность. Мы хотим в конце всей серии, осенней серии вебинаров
собрать такую общую информацию и посмотреть, откуда же вы к нам приходите. Так, запустились опрос, поставьте плюсик, я пока у себя не вижу, у меня, может, со связью стало. О, все, у меня появилось, пошли первые ответы. У нас сейчас реально находится на вебинаре 10 человек, этот опрос как раз показывает, сколько человек потерялись, сколько существует с нами. Итак, с каких источников вы узнали о вебинаре? У нас, наконец, появилась плюсик в Facebook. Есть люди, которые увидели нас в Фейсбуке. Для меня лично Facebook – это такая основная история. Всю основную информацию я получаю там, поэтому очень приятно. Сайт центра Snail – это еще приятнее, что вы к нам приходите. Да, у нас есть отдельная вкладка «Педагогу», и там есть ссылочка «Вебинары», где мы рассказываем о новых вебинарах, может быть, старые. И двое узнали от коллег, это еще приятней, потому что желание делиться с коллегами, рассказывать об интересном, это очень здорово, поэтому я вас тоже призываю, расскажите о вебинарах Центра Snail своим коллегам, пускай они приходят. Здесь у нас очень интересно, и темы, которые мы поднимаем, они достаточно актуальны, и я даже здесь не постесняюсь так громко об этом заявить. Участникам какого количества вебинаров вы у нас были? Ну вот сегодня у нас нет ни одного, кто бы был впервые. У нас есть кто и более 10 раз, и 5-10 раз. Принимаете ли вы участие своими учениками в конкурсах Центра Snail? У нас есть и те, кто да, и те, кто нет. Замечательно, спасибо вам за ответы. Но я думаю, все, кто собирался, уже проголосовали. Мы можем закрывать голосование. Вам будут также разосланы результаты на почту. А на этом вебинары этой недели у нас заканчиваются, но впереди у нас еще 2 недели. И Юлия Емельянова еще раз к нам придет 2 декабря. Ее вебинар будет от студии школьного телевидения к центру медиаобразования. То есть этот путь, она тоже как учитель английского языка, очень интересный путь прошла. То есть у меня как учителя информатики появилась школьная газета, выросшая из предмета. У нее появилось центральное телевидение, хотела сказать. Вот она об этом нам расскажет о своей «Радуге ТВ». Это будет 2 декабря. А на следующей неделе у нас тоже с 18 числа начинается интересная серия вебинаров. В понедельник мы вас ждем на 2 вебинарах «Опыт использования технологий вовлечения и персонализации обучения как актуальная возможность в работе учителя». Это будет Разуманян Наталья Геннадьевна и Вайндорф Марина Ефимовна, Вайндорф Сосоева Марина Ефимовна. 20-го у нас тоже 2 вебинара «Сетевые лаборатории IT-тимуровцев» и «Современные подходы к личной цифровой безопасности». 21-го в среду у нас тоже 2 вебинара «Профессиональная поддержка педагога при использовании электронных образовательных ресурсов» и «Методы и инструменты для создания обучающего видео». 22-го числа в пятницу в следующий у нас вебинар «Открытая школа. Школа пиар-коммуникации как инструмент формирования имиджа и формирования репутационных активов». Приглашаю вас на этот вебинар. Это вебинар проведет Мельникова Наталья Александровна, программный директор точки кипения Омского технического университета, кандидат наук, эксперт в сфере коммуникаций. Она расскажет о том, как школе сегодня быть интересной. Вот такая у нас будет следующая неделя. А сегодня я вам хочу сказать большое спасибо. Хороших вам выходных. Приглашаем вас и ваших коллег в понедельник снова на вебинар-площадку Центра Snail. До свидания.